Ребята, около 2 недель назад мне опять повезло. Вон, видите, порог. Я пошлепал к машине, как зацепился за него. Мне аж в глазах потемнело. В общем, мне и так-то ноги беречь нужно. Я парализованный лежал, блин. Вот, одни руки и глаза хлопали, блин. И все, блин. Ну, вот. А ноги, блин, даже пальцы не шевелились, блин. Так, блядь, опростоволосится. Я, блядь, опять задел ногами. Зацепился, блядь. Вот, в общем, 2 недели не ходил к машине, блядь, потому что передвигаться мог только от компьютера до кровати. И все. И, в общем, сегодня 14 число. Я, ой, с горем пополам пошлепал, короче, к машине. Надо было съездить на фабрику матрасов, блин. В общем, хрен там она завелась, блин. Ой, ладно, в общем, показываю. Аккумулятор у меня 15-го года, 19-я неделя. 19-я неделя, если я не ошибаюсь, это май месяц. В общем, аккумулятор Словения. Кальций-кальций. Короче, кака-кака. Его разряжать нельзя целиком. Если другие там с горем пополам можно так как-то, блин, то тут капитально. Да, кстати, если будете проверять жидкости, ну, в смысле этот самый электролит, можете смело сразу лезть в правую, плюсовую крайнюю. Если там есть, вон, видите, все норма. Вот. То считайте, во всех остальных тоже полный порядок. В общем, этому аккумулятору жить осталось до лета. Летом я его поменяю. Эксперимент будет закончен. Шутки кончились, надоело, блин. Вот. А заряжаю я его вот такой штуковиной. Советского образца зарядная. Вот. Он хоть на 6 вольт аккумулятора заряжает, хоть на 12. Прикольная, прикольная штука, кстати. Все показывает. Все норма. Столько лет ему. Работает как часы. Там предохранитель с обратной стороны. Но единственное, что переключалка вот здесь внизу. Она как телевизор. Как у телевизора у советского, блин, она сломалась. Так я аккуратненько пассатижами перещелкиваю. А так работает и пашет, как этот самый, как Папа Карло. Ну вот, в общем, я вам обещал, что я сниму, как я его поволоку. Но извините, я, блин, такие нервы были. Я, блин, там, в общем, ругался всю дорогу, блин. Доволохал его сюда. Он сейчас вот в мопед поставил. Пускай заряжается. Сейчас вот просто проверил. Я и остальные-то вскрывал, открывал, смотрел, блин. Но говорю, как этот самый, блин, как знающий, что если в правой плюсовой жидкость в норме, то и в остальных считайте, что порядок. Она, жидкости выкипают в основном по краям, по крайним банкам. Так что вечером поволоку я его туда, уж постараюсь все это дело снять. Но он заведется уж в машину, 100%. Да, будете откручивать эти самые банки, монетку используйте, удобней. Ну, ладненько. До встречи, когда поволоку.